Всероссийские соревнования «Черноморская чайка» проводятся в Сочи 22 раз. Это знаковый турнир, который собирает сильных спортсменок из различных регионов страны. Участниц более 200 человек выступают по программам первого взрослого разряда, кандидатов и мастеров спорта. Вольные упражнения – один из видов четырехборья, где судьи, помимо четкости исполнения элементов, оценивают пластичность и грациозность гимнасток. Ширина бревна всего 10 сантиметров, за падение снимают баллы. Выполняя опорный прыжок, важно точно приземлиться. Брусья – не менее сложный снаряд, но большинство спортсменок справляются и с волнением, и с поставленными задачами выступить на отлично. Сочинская школа потихонечку растет. Упорства немножко не хватает. Вроде бы и соревнований много, и спрос в городе очень большой. Одна девочка у нас включена в сборную команду Краснодарского края. В сентябре месяце она будет защищать честь Краснодарского края на Южном федеральном округе. Ну и дай бог ей вот прославиться. Лиза – представительница сочинской школы. Из своих 11 7 лет занимается спортивной гимнастикой. Соревнований позади немало, много и заслуженных призовых мест. Мне нравится то, что преодолевать себя, учить что-то новое. Это необычно, красиво, интересно. Девочки сильные. Думаю, может, войдем в финал и может даже возьмем места. Выступили вроде бы хорошо. Хочу в тройку вырваться. Соревнования будут проходить в течение 3 дней. На каждом снаряде разыгрывается отдельный финал. Победители ждут кубки, медали, памятные подарки, предусмотренные и денежные призы. Рената Шипулина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.